Что касается спортивной линии, девочки, есть вот такие интересные варианты по одежде, что также можно комбинировать с более утонченным вариантом по обуви. И, ну, я думаю, что вот такой вариант платья можно также как и с кроссиками одеть Челси, а с какой-нибудь курточкой укороченной оверсайз. Будет просто великолепно. 100% хлопок, платье смотрится великолепно. Вот как видите, сама длина идет ниже колена. Без бретелек, экстра. И с внутренней части идет как на подкладочке, только в зоне груди, чтобы хорошо держать грудь. То есть можно даже носить без нижнего белья. Вот такая широкая ленточка идет сбоку, выгравированы белые инициалы. Основа ленточки идет на плотном текстиле. И учитывая мой рост 1,54 м, на мне сейчас размер XS. Не могу сказать, что оно не маломерит, да, но учитывая вот объем по груди, я бы взяла себе S-очку, да, потому что вот чтобы оно хорошо держало, все-таки оно идет на основе резинки, вот этот низ, и поэтому давайте ваши параметры, и мы, конечно же, вам ответим на все вопросы. Классненько, очень интересно смотрится, и можно скомбинировать, создать очень интересные образы вот с таким вариантом платья. Скидка минус 20% с цены аутлет на всю спортивную линию, линия спорт до Donna Karan. Окей? Вот такой один из вариантов. Так что, девочки, пишите, все размерчики в наличии.